Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Mountain Blade Warband, модификация The Last Days. Итак, друзья, мы с вами приходим на помощь Роханскому дозорному отряду. На самом деле, нам предстоит такая нехилая битва, потому что тут мордорское войско напало на наших разведчиков. У нас 265 воинов, у них 122. Мы атакуем, и мы с вами находимся, между прочим, не где-нибудь, а в лесу. И это дело, конечно, усложнит. Безусловно, тем более мы тут с вами можем запросто застрять. Не знаю, где они, мордорцы. Но думаю, что надо сбегать, разведать. Черт, лес какой-то, прямо скажем, не очень. Так, отстрел уже начался. Пошлем всех. Вон они. Пора ослабить Мордор, чтобы мы могли начинать на него атаку. Так. И, конечно, ох, не лучшее место для битвы. Так, где еще? На не бегают. Смешались в кучу кони люди. Добил ты его? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну где у нас тут? Что у нас тут? Где-то здесь, да? Оглушен. Кто-то кого-то оглушил. Кто-то убегает. Но этот, очевидно, гнался за тем, кто убегает, да? Или нет? А, вон. Догоняй, гада, догоняй! Догоняй, гаденыша! Ушел, зараза. Битва выиграна. У нас всего лишь один раненый. Ну, отлично. Спасибо за помощь, большая удача, да, Тенгел. Ты чего сюда забрался-то, в эти дебри непроходимые? У нас куча еды, кое-что мы, наверное, можем взять, не все. Но оно нам особо-то уже как бы и не надо. Так, разбили, разгромили. А здесь у нас еще, смотри-ка, разведчики. Сейчас нам там эльфы придут на помощь. А мы посмотрим, кого мы можем прокачать. Так, застрельщики. Вот, Энгел еще один получился. Ну и все. Бёрнинги! Атакуем! Троих врагов.
Севатаку. Свирепый орк. Где они тут? Молодцы, ребятки. Качайтесь. Все. Эх, голый Бёрнинг, тебе повезло. Спасибо, удача. Так, можем это выкинуть, это взять. И вот он, Долгулдур. Сколько их там? Их там на самом деле, ну, скажем так, конечно, много. 1000 с лишним. И пока наши не торопятся его осаждать, вот прям от слова совсем. Вот, но тем не менее я... А, вот смотри, выскочил еще кто-то. Еще кто-то выскочил и... О-о. Не-не-не-не-не, стой. И вон еще один вышел. Присоединиться сейчас, небось. Да, я побежала. А может и не присоединиться. Черт возьми, ночь. Давай попробуем дозорным помочь. 116. В лесу ночью. Так, мои пошли. Для начала. Пехота тоже пошла. В атаку. Ой, какие тут горы. Так, это вдохновляет, зараза. Наверное, лучников надо куда-то вот сюда вот поставить. Ага, вот они. Тогда лучников ставим сюда. Лошадь напугана. Напугана лошадь. Ой-ой-ой. Еще и чертовы варги. Роханцы, не лезьте вы на этих медведей. Затыкали. Я не знаю, что вы видите. У меня тут темно. Завалили. Так, и коняшку моего тоже либо завалили, либо... Давайте, лучники, ищите сами себе цели. Мне трудно куда-либо вас поставить. Вон моя лошадь, вижу. Коняшка моя, стой! Зараза! Ладно, кого-нибудь. На кого-нибудь хотя бы сядем. Прибыли новые враги. Так, ну-ка, где? Конь хромой, что ли? Так, все. Все. Готово дело.
тетя наша героиня постарела в этих битвах. Так, наших нет. Из союзников раненый Руханец. Спасибо, спасибо! Кричат нам. Так, говядина. Очень хорошо идет у нас говядина. Музыка хорошая, рать. Уже все закончилось. Так, все, да не все. Вот у нас еще войско. И сдается мне, что сейчас вот эти вот все, которые тут стоят, отрядики, на не... ну да, конечно, смотри, эльфы побежали вслед за ними. Но тот спрятался в Долгулдур. Так, музыка прекратила орать. У нас кто-то повысился, естественно. Еще один эорл. Давай, страж Баладрим. Садник. Копьеносец Трандуила или щитоносец Трандуила. По-моему, копьеносцев я не делала. Пускай будет щитоносец. Так. Знаете, тут тоже неплохо повысились. Гном-рубака провысился. Каким-то образом смог добежать. Кто отхватил? Ульфус и Гальмюне. Угу. Луи Ванна тоже немножко отхватила. Но это, скорее всего, от этих вот каменных троллей. Так, гном-воитель. Иди-ка ты давай вот туда вот куда-нибудь повыше. Вот, там и воюй. Это тут наша элита. Конце. Вот, и что я хотела посмотреть? Я хотела посмотреть ветки войск. Никогда не смотрела лесных эльфов. Что у них тут? Так, стрелок, хранитель, копьеносец и щитоносец. Ну да, это вот как раз их пехота. Ну, соответственно, копьеносец с копьем. Мощный удар, живучесть. Щитоносец-то послабее будет. Послабее будет. Чем копьеносец. Ну да ладно. Кстати, их не так много, лесных эльфов. Хранитель. Это стрелок. И вот этот, конечно, отборный стрелок. Ладно, будем знать. Ну, как я и говорю, взяла их просто так. Когда надо было, чтобы быстренько набрать себе армию большую. Ну, а уж поскольку они у меня тут есть, пускай и будут. Так, ну что, Долгулдур, немножко вас потрепали? Не-не-не, бывайте, друзья, бывайте. Сколько их там осталось? Все-таки меньше, чем было. Должно быть. Да, пленные. Дворянин Дейла, ратник Дейла. Разведчик Дейла, съедят их всех. Ох, съедят. Воевода Муг Слак, 29%. И господин Фуинур тоже подраненный. Стало их поменьше, но опять же, наши не торопятся их осаждать. Так, ну а мы что сделаем? Давай-ка мы к лесным эльфам рванем. Отдадим им. О, смотри, там еще бегает войско. Так, во-первых, склады ваши. Вот. Блинчики мне не помешают. Да и рыбка, собственно говоря, тоже свежая. Говядина остается свежей.
Я вам продам, пожалуй, вот этого всего. И еще вот этого. Все, в принципе, по идее, моя армия продуктами обеспечена. Можно сейчас сильно не заморачиваться и, как говорится, продолжить уже. Так, как вы думаете, не напасть ли нам на вот этих вот гаденышей? А ну-ка, давай-ка. Так, мы сделаем с вами сохраночку. Блин, они в леса уйдут. Бежит он от меня, бежит и уйдет в лес, да? Зараза. Это кто сейчас? Кто сейчас? Кто-то вмешается? Так. Гномы дозорные присоединились. Но их там с гулькин нос. Этих 112, с нас 222. Атаку. А, вот так встреча. Айна Йор на ее отребье. Гондор проиграет. Да тут еще больше человеческих тушек, которые можно покалечить с нашим кривым оружием. Ты ж зараза же ж ты. Ты же ж зараза. Так, ага. Вот куда наши побежали, туда и мы побежим. Так, пехота тоже пошла в атаку. Давай, 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 давай. Придется, наверное, всех посылать в атаку, потому что мне иначе не пробиться. Лучники. Так, а лучников надо ставить куда-то вот сюда, наверное, да? Смотри-ка, Дзимбар орудует своей дубиной. Ну, блин. Убили, убили медведя. Гады. Ну, лучники подошли, и поэтому стало полегче. Да, в лесах сражаться, прямо скажем, не очень. Да добейте его уже. Прибыли новые враги, пишут нам. Где? Ну, там их. Ерунда, я думаю, что вы разберетесь. Yes, victory! Виктори! Даже без потерь. Угу. У нас роханцы, роханцы и роханцы. Так, 4-5 роханцев. Что мы делаем? Ничего не имею против гномов. Но, похоже, вот этих вот рубак и... Так, нанять, нанять. Нанять. И, скорее всего, пикинёров. Отпустить. Давай-ка вот тебя еще мы отпустим, пикинер. А, я могу 225. Так, подожди, иди обратно.
Рубаки, так точно. И один пикинер, иди сюда. Вот, все. А вы идете в отпуск. Так, заслуженный причем. Ну, вот и все. Да, я вижу, что можно было еще один кусок взять, но не хочу. Так, что ж, смотри, как отлично у нас все получилось. Мы этих разбили. Соответственно, Долгулдур должен еще слабее стать, еще слабее. Так, деревенька лесовиков. Конюшня, склад. Все продаем. Все продаем и даже ничего, наверное, не покупаем. Кузницу их не смотрю, потому что, ну, по большому счету, там, правда, нечего смотреть. Так, ну что, посмотрим с высоты птичьего полета, есть тут у нас что-нибудь или нету. Когда уже вы решитесь осадить Долгулдур? Решается. Ну, я так думаю, что надо выискивать кого-то, такие же отрядики из Долгулдура, и их утюжить, ослаблять Долгулдур, и тогда, в общем-то, кто-нибудь да отважится. Чемпион Арнора, нет, давай, рейнджер. Лучники, лучники. Чемпионы у нас уже есть. Так, отборный пехотинец. Давайте, давайте. Наверх, наверх. Наверх, наверх, гномы. Так, оруженосцы. Наверх, качаться. Всадники, туда же. Не отсиживаемся. Вот как-то так. Все, всех повысили. Ну да. Из наших никого. Все целы, все здоровы, все живы. Чего и вам желаем. Так, ну что ж. Надежда фракции Долины Андуина. Да. До этого мы были не надежда. Опора. Ну да, в Андуине мы тут не слишком им помогали и не особо у нас. А, во-во-во-во-во, па-па-па-па-па-па. Так, ну-ка, подожди-ка, здесь у нас все плохо. Да и здесь тоже не очень хорошо. Ну, сюда, наверное, быстрее будет. Так, атакуем. Просто все в атаку. Поскольку пока мы тут выберемся, пока мы добежим, уже и солнышко сядет. Давай, 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 коняка, давай, ты же быстро должен бежать. Отстреливает. Ну, пускай лучше в меня настреливает, чем в кого-то. Так, лучники подоспели. Ох уж эти леса, ох уж эти горы. Паутина. Так, Мишка. Все, отлично.
Копейщика ранили. Ну да, копейщикам тут спасибо за помощь, спасибо, голодримский пехотинец. Страшно рад. Вчерашняя говядина, но я думаю, вы успеете ее доесть до завтра, чтобы она не стала позавчерашней. Так, у нас еще рядышком тут идет бой. Мы сейчас тоже туда ввяжемся, только слегка повысимся. Ну, все, да? Насколько я понимаю. Давай. Кто у нас тут? Эльфы-разведчики Темнолесья. Ну, там 13 бойцов, поэтому... Просто все в атаку. Так. О, лошадь. Не, перепрыгнуть не может она. А эти еще и убегают. Зараза. Тут уже какие-то трупешники валяются. Но не все. Во, смотри, вот он. Эй! Вот же он мимо вас бежит. Шипят и плюются. Ох, гиблые тут места. Ох, гиблые. Убегают, убегают. Ну, кто-то сбежал. А, не, вот он, падает с горы. Подстреленный кем-то метким. Спасибо за помощь, спасибо. Спасибо. Так, ну, низкого качества. Так, мясо съели? Нет, как-то вчерашние они не очень. Не очень они любят вчерашнее мясо. Так, ну вот. Так и будем постепенно унижать Дол-Гулдур. Смотреть, кто у нас повысился. Никто. Ну, больно мало тут врагов было, поэтому. Вот. Даже не знаю, друзья, как... О, долго это продлится. Вон еще, смотри, 34. Да куда ж ты... А, зараза, спрятался. Спрятался в Дол-Гулдур. Ты посмотри, да, тварь. Только выскочил и спрятался. Не захотел сражаться. Даже вышел из сражения с дозорными. Хотя их бы там 5 человек размяли бы. Так, Дундайн. Давай пойдем, наверное, опять же к лесным эльфам скинем. По-моему, там кто-то опять выскочил, да? Ну, уже, как говорится, ночью в лесу. Очень не хочется, там с вами мучиться. Так, окей, это здесь у нас так. Сейчас мы тут рассортируемся. Давай еще говядинки. Смотрю, вам она понравилась. И вот так. Так, что у нас... Кузни. Да, с обувью все плохо. Обувь самая лучшая получается либо у Гондора, либо, как ни странно, у того же Рохана. Вот, у эльфов как-то башмаков я хороших не видела. Ну, зачем им башмаки? Они босоногие бегают по деревьям. По травке, чтобы не топтать.
Так, ага, вот, смотри, какая у нас там бригада. Давай-ка мы их попробуем выгнать на... Выгнать и догнать на чистом поле. Так. Оруженосец. Это было, наверное, до застрельщика его повышать. Ну да ладно. Бежит от Айны Йорн. Так, и лоренские разведчики присоединились. Ну, особо там от них, конечно, толку нет. Ага, вот так встреча Айны Йорн, ее отребья. А Рохан проиграет. А уже Рохан, ну, наконец-то, а то все с Гондором нас путали. Странно, что не с эльфами. Так, ребятки. Нам надо с вами, знаете, куда встать? Так, лучники вот сюда вот. Так. Вон они где, значит, лучники. Вот сюда вот. Давай, Миха, вали их. Ой, сейчас, похоже, меня завалят. Лошадку мою покалечили. Лучники у меня где? Далеко. Вперед. Ага, вот они откуда высыпали, да? Каша. Так. Все, разложили. Разложили. Голубчиков. Ох ты ж, елки с палками. Добра, то сколько... Ну, что-то мы унесем, а что не унесем, так и бог с ним, как говорится. Так, мне кажется, эти разведчики даже не успели. А может, и успели. Угу. Лебединый рыцарь у нас получился. Лебединый рыцарь. Немножко мои руханцы прокачались. Пищики. Давай, ладно, копейщики. Хотя, собственно говоря, мы с вами готовимся к осаде. Там эти копейщики не особо. Ну да ладно. Готово. Так, ну что, братцы, руханцы и прочие шведы, когда будем уже... Хотя как-то меньше не становится. Но пленных они едят потихоньку. Так, ага, вон, смотри, там у нас что-то тоже еще.
Во-во-во-во-во-во. Давай сначала сюда. Быстренько-быстренько разложим все это дело. При каких-то тщедушных... Эй. Спасибо, говорит, спасибо. Пожалуйста. Тут у нас 6 пленных. Дельцы там в плену. Мне бы их выгнать из леса. Не получилось. Ладно. Довольно много. Довольно много. Так. Михалыч, ты у нас шустрый, покажи, где у нас. А, Иглорфиндель, значит, где-то в той стороне. Где-то здесь враги дрогнули, говорится. Вот уж не знаю. О, лошадь. Сейчас, да и меня убьют. Скакун напуган, кем? Давайте, давайте, ребятки, помогайте, пока я держу вокруг себя. Напуган. Скакуна убили. Ой. А, вот чем напуган скакун. Тут у нас каменный тролль. Ага. Давай, давай, затыкивай, затыкивай. Затыкали. Так, мне бы коня бы, коня бы, коня бы. Вон, он сел на моего коня, зараза, а? Вот это вот их привычка. Убирать чужих лошадей. Без зазрения совести. Ну ладно. А конь мне нужен. Хотя бы для того, чтобы следить за событиями. Потому что тут особо-то по этим горкам не набегаешь. Бегает лошадь, но, наверное, я до нее не добегу. Это ж не мой, не мой, но. Yes. Эх, застрельщика Рохана убили. А, вот вы где. Ну вон же, вон же, вон же, один остался. Давай, давай, добивай его. Коринелли. Однако. Так, Вульфаса ранили.
стрельщика убили. Спасибо, говорит. Так, ну что ж, возьмем тогда кого-нибудь из дельцев. Ратник, дворянин. Разведчик. Давай тебя, что ли, возьмем. Вот. Ну и... Метальчику. Так, ну вот. Отлично. Успели, помогли, добили. Даже, наверное, кто-то, по идее, должен прокачаться. Конечно. Гел получился. Гнома, рубака. А, ну ладно. Иди, иди. Тебе надо там будет качаться вообще. Так, копейщики. Ну вот. Так. Чувствует мое сердце, что долго это все будет. Дол-Гул-Дур. Ну-ка, давай-ка сейчас мы сбегаем в Карас-Голодон для разнообразия. Опа! Опа! Ну-ка, воитель, пехотинцы. Сейчас еще повысим. И много, смотрите, охамевшие вообще орки. Их осталось-то всего ничего. Они, тем не менее, тут бегают. И, в общем-то, немаленьким отрядом. Еще у него есть Карас-Голодон, да? Осаждают? Нет, не осаждают. Это им хватило, конечно, ума. Или уж я не знаю, что у них там есть. Так, сейчас мы с вами сделаем сохраночку. А еще лучше, друзья, мы с вами этот бой проведем в следующей серии. Чтобы, как говорится, у нас серии были небольшие. Но уже следующая-то серия должна быть победоносной, в конце концов. Я очень на то надеюсь. А на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо всем, кто посмотрел. Всего хорошего и пока-пока-пока.